Это девушка, которая тоже любит своего мужа, и они связаны с друг другом. Почти то же самое, что и муж, только женского пола. Это та женщина, которая ухаживает за ребенком, питанием, ухаживает за домом. Это та девушка, которая тоже помогает сделаться новому поколению. Она следит за детьми, готовит кушать. Она занимается всеми домашними делами. Иногда еще ходит на работу. Это женщина, которая жената. Она убирается, готовит, работает, воспитывает детей. Это мать сыновей, ну, дочерей. Она тоже заботится о них, ну, о своей семье. И тоже делает то, чтобы им было хорошо. Это мама, которая может тоже сделать покушать, там, проверить уроки, правильно ли ты сделал или нет. У нее обязанности убираться дома, готовить еду и ходить в магазины. Это которая родила детей. Ну что она делает? Вот пришла жена домой с работы. Что она делает? Вот она пришла и... Отдыхает. Молодец. Жена. 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 Жена.